Уважаемые друзья мои интернетовские, вы видите Саныча, лучшего из лучших токарей судовых, хреновых, но своих. Он будет даже хреновее меня. Сейчас он, под его руководством, мы, старшей группой Евгений в основном, будет показывать вам, что должен иметь точило судовой вот на этом месте. Потому что здесь нельзя что-либо лишнее иметь. Будет вибрация, подпрыгнет что-нибудь, в лоб прилетит или еще куда-нибудь. Правильно? Да. Евгений, вы согласны? Да. Так, да. Показывайте, а я буду объяснять, что должно у точилы. Ой, ветошь уберем, ветошь здесь не должна быть. Евгений, что вы первым делом хотите положить на станок? Ключ от показывайте. Патрона. Вот, ключ для патрона, поняли? Это супер ключ. Только у нас такие ключи. Замечайте, вот здесь должен лежать ключ для патрона. Вот для этого. А то вы подумайте, для ружья. Так, следующее, что у нас должно быть? Кулачки. Обратные. Обратные. Правильно? Да. Покажем. То есть у них рабочие... Вот Евгений, вы не вертите сильно, я вот так верчу, а вы туда вертите. Обратные кулачки. Видели? Кладите, пожалуйста, на штатное место. Вот здесь должны лежать кулачки обратные, называется. Следующее, Евгений, что у нас должно быть? Подкладки. Подкладки. Для чего? Давайте для всем... Листов. Для листов. Крепятся вот они сюда. Сюда. Поняли? Евгений, ставьте их на штатное место. Вот здесь должны. Видите, как красиво все стоит у Евгения. Следующий инструмент какой? Штангель, циркуль. Да. Кладите, вот он, интересный, сам, Саныч, найдите ключ для резцов, о, да, это вот Саныч подсказал, потому что Саныч да, самый ключ, опытный ключ, точило. Как мы про него чуть не забыли. Да, ключ покажите для чего, Евгений. Как, резцы крепить. О, видали, все, клади, Евгений, кладите его на штатное место, вот так должно лежать. Теперь... Что мы должны уложить? Самое главное. Самое главное масло, которое мы мажем на хлеб. Ой. Деталь. Деталь мажем. А деталь наш хлеб. А деталь наш хлеб. Деталь это хлеб точилы. Точила мажет деталь маслом. Для того, чтобы был хлеб. Да, для того, чтобы у нее был хлеб. С маслом. Поняли, друзья? Вот, в принципе, все. Ай, нам еще этот. Крючочек тут должен быть, Евгений. О, крючочек точно. Да, крючочек вот здесь, вот в специальном месте. Для чего этот крючочек? Давайте расскажем. Стружку. А, стружку убирать. Точно. А Евгений знал, он просто специально забыл. Но он знал. Итак, друзья, все. Точило судовой, вот, должен что иметь. Что имеет, то и ведет. Поняли? Лишнего ничего не должно быть, потому что здесь будет вибрация. От вибрации все может точили прилететь прямо в лицо. Лобешник. Я не буду показывать лобешник Евгения. Да. Нехорошо показывать на чужом лобешнике. На своем тем более. Так что вы мысленно представьте лобешник чей-нибудь, который прилетит. А, о, у нас самое главное здесь напильничек. Должен. Он должен здесь лежать или вот здесь. Положите его, Евгений, вот на штатное место. Напильничек у нас для чего, друзья? Вы догадались, нет? Да нет, конечно, сейчас Евгений объяснит. Для чего нам напильник? Чтобы снимать заусенец. О! Детали. Поняли? Вот эта деталька, которая здесь будет стоять, вот этим напильником, Евгений будет снимать заусенцы. Understand, друзья? Вот, поэтому... Короче, больше ничего лишнего сюда не кладите. Но самое главное, что здесь лежал коврик. Да, здесь... самое главное – коврик. Евгений, объясните друзьям нашим, для чего должен быть коврик? Для того, что он гасит вибрацию, чтобы детали не слетали, ну как бы не, о! От вибрации не падали. Вот так вот. Держится. Евгений стопроцентно правду вам говорит. Ему можете доверять. Мне можете не доверить, но ему обязательно доверьте. Итак, друзья, Евгений, старшей группы токарей судовых, хреновых, но своих, которые мне Бог послал какого-то черта для обучения.
мне моя задача сделать их еще хреновее меня. Понимаете? Я 30 с лишним лет был токарем. Садовым хреновым на своим. А теперь я должен приготовить себе замену. Аж 9 токарей, друзья! Это же, вот Саныч, 9-й. Ой, извините, Саныч 1-й. Извините. Саныч скромный человек, он очень скромный. Поэтому он 1-й. Все. Саныч, скажи друзьям моим интервью. Я у тебя беру интервью. Ну, я тогда расскажу анекдот про интервью. Друзья, я вам, как всегда, расскажу анекдот про интервью. Представляете, снежный человек обнаружился в наших горах, ну, во Владивостоке. Представляете, ну, и послали одного корреспондента к нему взять интервью. Он нашел его, заходит в пещеру к нему. Снежный человек спрашивает: ты зачем пришел? Я пришел взять у вас интервью. Ну, бери. Нет, нет, не хочу! И слово-то придумали. Интервью. Да, представляете, взял, пришлось ему взять интервью у снежного человека. Ну, я так слово, друзья, рассказал вам анекдот. У меня анекдот иногда к слову вылетает. Ну, все, будьте счастливы, у меня урок кончается, все. Здравствуйте, друзья. Я давно не плакал перед вами. Решил сегодня всплакнуть. Вот представляете, у меня сейчас курсы я веду. Точил делаю, понимаете? Выше разом услышал мои молитвы. Теперь на плоти буду снова токаря. Представляете, я имею в виду на российском гражданском флоте. Вот. Я прилагаю все свои усилия и крохотные знания для поднятия престижа флота российского, черт меня побери. И вот при помощи духа адмирала Невельского, в честь которого назван этот колледж, я обучаю 9 человек будущих точил судовых. Но я уже напоминал много раз, так что вы не обижайтесь. Нас раньше называли, про нас говорили, про токарей. Токарь судовой, хоть хреновый, но свой. Представляете? Вот, поэтому я и готовлю своих токарей, чтобы экипаж имел возможность выточить, любой член экипажа имел возможность выточить и подарить своей жене набоечки на туфли. Токарь ему вытащит такие, металлические. А он дома... Нет, все токарь делает. Ой, насколько я помню, сколько я этих набоек переделал для любимых женщин-моряков. Ну ладно, плач-то мой, собственно, не об этом, друзья. Я плачу, я не могу трансляцию наладить, представляете? Я обращаюсь к всем, ко всем. Помогите каким-нибудь образом мне наладить трансляцию. ОБС уже скачиваю раз 15. Разные образцы. Представляете, у меня не получается. Сейчас уже, наверное, научился. Собачка там появляется, которая бегает, донат у вас выпрашивает. Ну, копейки упрашивает. А вот саму трансляцию запустить не могу. Все делаю по инструкции. Как там, как мне вот во всех видиках, которые мне друзья, вы, друзья, посоветовали, ну, некоторые из вас посоветовали, представляете? Я все делаю, я стараюсь, а у меня бэц-облом. Невозможно подключить к сервису. Там пишет и по-английски, и по-русски. Короче, невозможно подключить сервис. Сервер. Р. Ну, вы-то грамотнее меня, я же тупой. Я же вам сколько раз объясняю. А вы почему-то мне не хотите
поверить и помочь. Я, друзья, вот у меня начало было отличное, все поперло. Донат, я 2000 с лишним насобирал. Я возрадовался. Потом боги решили, это несправедливо. Ну, мой бог решил, несправедливо это вымогать деньги. Он сказал, делай игру, играй, и тебе бабло посыпется. Потому что за балабольство деньги платить никто не хочет. А вот за игру, когда ты играешь и балаболишь. Я же зашел по совету моих друзей, посмотрел, как там играют. Боже мой, у них сленг хуже морского в миллион раз. Представляете? Я таких словей не знаю, какие они знают. О. Так вот, друзья, я уже подумал, думаю, может заняться играми. Как вы мне посоветуете? Мое балабольство не канает, никому не нравится. Поэтому, наверное, с вашей помощью, если вы мне поможете, как скачать, допустим, где скачать хорошую игру, как ее втулить. Но там вообще-то есть в OBS плагины, там есть захват игр. И вообще в одной ерунде там, в OBS, есть такая ерунда, захват игр. Представляете? Вот. Но я не знаю, как захватить игру. Не в OBS, в OBS я потом попробую. А вот как ее, допустим, где нормально скачать, я попытался, мне такая чушь выкатила, она полностью не закачивается. Представляете? Другая требует бабло, а у меня нету бабла. Понимаете? Так вот что, друзья, я плачу ради того, чтобы вы мне помогли. Эх, хороший совет мне дал один друг интернетовский. Найди студента, который тебе поможет. Но у меня бабок нет. Я бы нашел его. Вот сейчас у меня есть вариант к концу месяца аванс получить. Вот, получу и попробую поискать студента. Но студенты, они голоднее меня, представляете? Они много берут бабок, я уже узнавал. Так что 1000, это для них null. Короче, 1000 для них 3 ноля без единицы. Представляете? О. Ну ладно, спасибо за внимание. Смотрите мой ролик сегодня. Я провел занятия. Я много провел занятий, но у меня курсанты очень стеснительные. Они воспитанные, культурные и стеснительные. Один я такой, какой есть. Спасибо за внимание. Так, кнопку я нашел, сейчас нажму.